Бэкстейдж, он должен быть настоящим. А мне и вас снимать или только их? Да, бэкстейдж вообще снимать. А, это всех снимать. Красиво, близко, недалеко. Сегодня свадьба Эвелины и Ежи. Вармухе, ты же так снимаешь оператором? Я хотел бы, а нету такой профессии. Нас везет автомобиль. Самый главный процесс. Хоть что-то весело. Пару слов, как все прошло? Отлично. Все понравилось? На высшем уровне. Дорогие подписчики, здесь 1 серия в этом сезоне, Эвелина и Ежи. И идем мы до них. Здесь все с нами. Стасик здесь. Дюша Петелкин. Да, здесь. И здесь еще устроилась у нас на работу Малгожата. Во, наш пан Лоды уж морально готовился. Да, выпить. Так, тут кто бенди у нас? Сват. Сват, как тебя называют? Вальдемар. Так, а тут у нас? Это брат сестры. Эдвин. Как, сестра нормально будет, жена? Ой, сомневаюсь, Сочувствую. Сестра не самая лучшая. Попал парень, да? Попал парень. Парень, держи. Надо другого брата. Может, он ее перевоспитает, если ты не смог? Нет, там скорее она его. Никак. Ассистент Дэвид, 24 года. Девушка имеешь? Не бьет, не крашет. Так что не пишут. А мне и вас снимать или только их? Да, бэкстейдж вообще снимать. А, это всех снимаешь. Красиво, близко, недалеко. Вот, брата в Эстонии тоже. Покрывать тут. Еще жена не оттерла. Попишите пани Лоды, как она ест. Вырубай. Бэкстейдж, он должен быть настоящим. Есть работа. Вырубай. За столом нет. Все равно музыка внизу. Внизу что-то. Мы сказали, что попросили. Домини. Лицо. Добре. Так, тут веселі у нас, так? Тут, так. Як там Лода, вона ж убрана? Ну, я ще не. Малює там? Ні, я ще це. Ой, який відок добрий тут. Давайте інтерв'ю быстренько з вами зробимо тоді. Пані Млода нервується. Пані Млода не нервується. Бенді в костюлі. А Стасик, ти нервуєшся? Я кожен раз переживаю за молодих. Як за себе, так? За себе. Так, ну вот уж у нас пани Млода тоже уже готова морально. Ассистентка. Так, как тебя зовут? Меня зовут Сандра, я ассистентка. И что? Так, какая у тебя роль и как тебя зовут? Меня зовут Ивана, и я тоже ассистентка. И что? И как роль у тебя, как зовут? Так, меня зовут Юстина, и я свати. И что? Ёжик. Так, сегодня... Я уже могу говорить, да? Сегодня свадьба Эвелины и Ежи. Свадьба будет классная, людей будет много, будет весело. И отправим их в одну дорогу. Что-то говорить? Говорите, все будет весело. Какая они пара? Мы пара? Я сказала, ну, это проверится со временем, какая она пара. На первый взгляд, конечно, все хорошо. Муж классный, жена офигенная. Ну и все будет офигенно. Сколько детей будет иметь? Двоих точно. А дальше как пойдет? Мальчик, девочка. Так, вот мы видим, тут еще два парня тусуются. Ассистенты. Расскажите для бэкстейджа, значит, как зовут и кто ты на этой свадьбе? Александр Андрос, брат младший. А кто с вас младше? Я младший. Самый младший? Младше. Да, я самый младший. Как зовут тебя? Данил. Сколько лет разница? 15. А, 6. Разница 6 лет. 6 лет? Разница? Да, разница.
Я думал, года два. Нет, 10 лет. Просто высокий. Или ты молод, или он старый, тут непонятно. А сколько лет дочке? 23. Вот, по нашим меркам молодая. Потому что сейчас уже можно точно говорить молодая. Да, потому что сейчас замуж выходит 30. А молодому сколько? 28. Вот, раз. Остаться по 38. Он еще не вышел. Я и не выйду. Баран замуж с вами не пошел. Не сдается. Я придерживаюсь традиционных взглядов. Самая старшая. Я дальше. Никто не погнал, да? Нет. Одна девочка и вышла, три парня остались. Не они останутся. Они останутся молодые. До 38 как Стасик будут сидеть. На шею мамы. На шею мамы. Не знаю, а ты половина точно. Не-не-не, вот средний. Ассистент три бабочка голос. Я так попачил, так и нервы, то лепи не женится. Нет. Так ты на одну сторону посмотри, какая у тебя сладкая, красивая. Нет, это очень да. Сейчас так постарались друг друга так головками, если получится вот так чтобы. Ну, ты вот можешь побольше выше. Ага. А вот друг другу мы попробуем вот так. Вот. Кто там бежит камеру фильмовать? О, вот, Доминик. За малютки побежит. Лецы. Фильмуйте, лети! Пани, че раз? Могу как в армии походить сзади, я уже научился. Смотри, как я умею близко ходить. Я могу в ухо. Так стрёмно, блин. В этой армии научат, то научат. То подожди. Подожди, не спеши, может, не спеши. Юрка, если ты на мой хлебал уже, если тебя будешь это говорить, то будешь сам отдуваться. Не, Мехлер. И так ничего не сказал, что тебя будет что-то. Вармухи, ты же так снимаешь оператором. Я хотел бы, а нету такой профессии. Там же можно, что там можно не слушать, там можно типа как слушать, служишь чем-то, типа как что-то. Это если остаешься. В армии, что потом. Выбор, да? Да. Ты информацию, ты еще что-то. Отлично. Закрывай. И так быстро не отдает. Поздно, все. Да. Все, мы быстро успели. Руки вещи консервировали. Все, вся компания готова, пришли, все в полном составе. Первый бокал был? Нет, еще нет. Еще нет. До первого бокала все так выглядят, пожалуйста. До первого бокала. Пара слов. Пара слов, да. Да, да, волнуюсь. Чего? Первый раз. Боком к нам. Хорошо. И более сладкий поцелуй, что как бабушка. И не в ухо, не в ухо, а нормально. В ухо. Мы уже все свое прожили. Да, да. Ну, Доминик, что ты будешь? Нет, а ты Адриана? А? Если не будешь, что там мама робит мой? Вот это. Так, вот, Стасик по чуть-чуть готовится морально к свадьбе. Я спортом. Начинаю сейчас это примерять все эти вот костелы, все садибы на себя, автомобили. Да. Еду примерять свое горлышко, да, и пузико. Ням-ням. Стасик любит вкусно покушать. Вот, а сегодня у нас Доминиканы, пожалуйста. Сам так называемый. Костел Святого Духа называют. Все по-польску. Все называ. А тут уж сбанкрутовал княгинес. На моема. Ну,
пару слов, как ваше настроение? Очень все хорошо. Очень все понравилось, да? Все. Как твое настроение? Рассказывай. Как все прошло? Конфетки? Конфетки будут потом. Как все прошло? Шло и прошло. Как? Всем довольны? Как все прошло? Да. Пару слов. Все хорошо. Все классно. Спросите у водителя, как вы держитесь. У водителя, да, спроси, как он. Водитель, как вы держитесь? Все нормально, все, хорошо. Все, да. Все понравилось? Да, да. Все хорошо? Да. Пару слов. Интервью. Пару слов, как все прошло? Отлично. Все понравилось? На высшем уровне. Ну. А что мы тут делаем? Что мы тут ищем? Чего не раздаешь, а? Пару слов, ну, а ой, что мы... Пару слов, помогай. Что, что тут уже держи, крадешь? Держи, что уже крадешь? Себе, держи в руку. С чем? А зачем мне это? Кто-то поздравлять, надо раздавать. Раздавать нужно. Кому, кого, кто будет кто, поздравлять? Кто поздравляет, тому... Только если я сам буду поздравлять 10 раз. Я тебе тоже передам. От меня получишь. А ты мы сыграли по всякий чек? Ты видишь, ну? Кавис Галина продавец? Ага. Ивана, что думаешь по этому поводу? Как все прошло, а? Хорошо. О, глядите, попикать надо. Попикать надо? Кому попикать? Дай сюда. Дальше. Это сказал вопрос. Какие вопросы? Подожди, несколько вопросов по поводу этого праздника, ну не хихи, а муж рассказы. Забрал, муж за... Ой. Муж забрал, конечно же муж забрал, но давай. Не нервничай, расскажите, как день проходит, мы весело должны... или нет? Весело, давай, весело. Нам надо у молодых спросить. Расскажи, как ты прожила 30 лет своих? 31. Ну, давай. Рассказывай. Не расскажешь? Хорошо. Спросим давай. Его. Может, вы расскажете, что про делать? Что сколько 30 лет как прожил? Да. Мне не 30 такой. У меня еще не 30 не прожил. Да. А, ты еще молодой? Да, май да. Людям сейчас память закончится. Не закончится, а смотри, как красиво. Посмотри, ну расскажи, где было, что видела. Мы были в костеле. Каким костеле? Чувантосис 2. И не костеле, пустели. Костеле. Попольский. Попольский? Да. Святого Духа. Святого Духа. А коли ви лятуєшки тоді кольбі, та ще все лятує? Що то зараз два сьогодні бажнічий? Із Болтаруси все лятує? Так, тепер у молодих спросимо, куди ми їдемо далі, Велина. Макдональд, кушаємо. Далі ми їдемо у Жутраке два рази, будемо робити фотосесію. Да. Жених хоче кушати, але ми в Макдональд не поїдемо. В Макдональд не заедем, нет, да? Нет, там очень много калорий, вы видели его? Все, после свадьбы никаких Макдональдов. Едем, все. Едем. Первое правило уже есть. Красивые фотографии. Даже обиделся. Так, вот смотрите, жених прячется, спрятался. Он голодный, злой, собака. Видеоблогер. Ну как, что, как жених, ты там? Как ты как после... Ты там? После свадьбы. Ну давай расскажи. Нормально я. И как и до свадьбы. Кольцо одел тяжелое. Да, одел тяжелое. Тяжелое. Цыганское золото. Так, это уже будешь жене после свадьбы разрешать гулять? Жена будет ноги мыть. А гулять она будет? Будет. А получку отдавать будешь? Получка и так отдается. Зарплату. Ее нет. То как себя чувствуешь? Нормально. Золото отдел. Кушать хочу. Кушать, спать хочу. Все. Едем, едем. Вот, едем. Да, едем. Где едем? Делать фотографии красивые. Молодая сидит впереди. Где? Командует, куда ехать. Не очень да, командует. Да. У нас водитель да. Есть. Водитель. С опытом. Сват, где-то спрятавшись. Нас везет автомобиль. Самый главный процесс. Хоть что-то веселое. Цветочек? А что за розы? Я ему показал. Бля, эти то... Але может не поцарапают, они то балладают. Не помню. Паркаушки все. Они со спиной балами, наверное. Снимаешь? Не знаю, как это называется. Вон, посмотрите, как красиво. Круг покажи обозрение.
Да. Круговозрение. О, смотри, за молодых. А ты не сказали первый бокал, мы уже говорили. Дай совет для девушек. Три патаримаса. Не, она отдаляет. Что? Что делать с мужем, чтобы он был счастливый, как у тебя такой? У меня просто счастливый муж. Да, и что надо делать? Три совета. Что делать? Ему надо что делать? Работать. Не выносить мозг. И помогать дома все делать. Вот, и он будет счастливый, и я счастливая. Хорошо. Так, тут мужа нету еще. Хорошо. А у меня муж только пара часов. И как тебе нравится женой быть? Да. Пока что да. Нормально. Вот жених довольный стоит. Тоже. Кто-то объясняет кому-то. Так. Ну скажи, три совета, чтобы так жена свистилась и блестела, как у тебя радостная, счастливая была. Что надо делать? Что надо делать? Зарабатывать. В первую очередь. Совпало. Второе. Второе. Понимать юмор. Хорошо. Это, ну, она говорила... Третья любовь. Что, третья? Любовь. Сколько раз в неделю? Или сколько раз в день? Не знаю, ну хотя бы 7. Для молодых. А потом? Потом можно уменьшать. С каждым годом минус 1. Да, да, да. И так до 2. Так. Ну вот, здесь у нас 90 люди, Эра Ричи. Серьезные музыканты здесь у нас. Йоу. Так. Галстуки в этом року новые? Как новые? Клавиши только поменяли, пару клавиров, а так все новое, давай. Клавиши только какие-то поменяли, си бемоль и фа диез, а так все, ты сам узнаешь. Так, вот тут у них нас. Так. Так, первый бокал заснимем, как у всех. Фільмуємо, як довшиськи виглядаю до балю. І потім о 12-й в ноці будемо ще проход робити. Маша. Так. Ой. Влада приїжджає, виходу з самоводу і... Захомутали работу. Пройтись? Я к Лоне в этом шоколе спал. Там я уж пошел. Угу. Солі на ложці, дуже солі, щоб і густати, раз то було на соленому, я на другому. Ще б сходить зонь. Ера Річі. Так, поздравлення на вулиці. Трошки на сонце. Вітаємо їх всіх, вітаємо їх, вітаємо їх, вітаємо наші пари молодих!
Еще раз хотели и спасать его из добавления. Ну, еще раз. Машина спокойно снимите. Там хлопцы занимаются за шефом Белния, Шамутанова, свои там соли, все интересно. Ну, чисто еще раз слава на себя. Так что, Михаил, настроено только чисто на самом. Як видно подписчики. Так, і от видимо саме фірміне і саме удачне блюдо Ера Річе. Как тут поддерживаете? Один парень? Да. А ты популярный? Да. Да ты есть просто! Это просто бомба, да? Ты такой веселый, да? Ты говоришь, что самый красивый. И будь самый красивый, но он самый веселый. Все, что осталось от нашей балы. Кстати, пожарник. Вроде пожара не было, а ты куда пошел? Я так чувствую, что пожарник к этому, ну, причастен. Причастен. Да, я очень честно чувствую, правда. Потому что топ. Вон. Смотрите, полицейского нету, а он довольный ходит, да? Все? А? Все, так все. А надо с чем-то идти. Еду принесу. А, давай, иди принеси. Сестра, тебя нашли, понимаешь, так дешево отдал. Бесплатно, меня. Бесплатно. Тут меня тут полиция вся это захомутала. Ты погляди, сколько их. И не получил выплаты? Получил. Где ему тут столько? Там нельзя не будет пить. А как тут открывается? О, сегодня была свадьба. Ну, молодый ж на остатніх силах, остатня здянця робить. Ой, дізі пустажа на 10 лет. То значит, то или ему лет 10. 46. А як ти напевав 46? Ладно, выглядит, да? Так, як молодий. Все файне, все. То все пластика.